окончание более чем 500-километрового перехода от поселка Эн-Милен. Сейчас проходим северный мыс залива Лаврентия. Великое искушение уйти сразу к мысу Дежнёва. До него остается 50 километров. Прогноз был неплох. 5-7 метров в секунду юго-западного ветра. Но за мысом Нюняма оказалось и ветрено, и волна пошла. Поэтому мы не рискнули идти дальше и встали отдохнуть в бухте Плутын, 45 километров от мыса Дежнёва. На утро случился штиль. Прогноз, правда, говорил, что будет 6-8 метров в секунду. Но велико наше желание поскорее оказаться в Чукотском море. Первые километры шли под мотором, а около мыса Дежнёва нам наконец подул долгожданный попутный ветер и разъяснилось. Прошли только что мыс Паэк, похожий то ли на голову дракона, то ли на голову медведя. Через 5 километров нас ждет уже Северный Ледовитый океан, а сейчас мы прощаемся с Тихим. Метеостанция. Торжественный момент. Мыс Дежнёва. Вот он. Можно сказать, вот это вот самый восточный камень. Вот он, родимый. Через несколько секунд мы будем в Северном Ледовитом океане. Прощайте, Чикиан. До свидания, вернее. Здравствуй, Северный Ледовитый. Ну что, все улыбочку. Где там ты? Вот он я. С аппаратом, что ли? Лена, улыбочку. На фоне. Самых северных камней. Самых восточных. Самых восточных. Горечки точно, да. В Северном Ледовитом океане, в Чукотском море. Мыс Дежнёва пройден.
встречный штиль замысан.